Ребят, пойдемте наверх, сейчас будем клеить еще и угловое полотно, потом идем в сторону балкона с вами. В угол, наверх, ой, клей. Без стыка. Выкрыла я на полу, по-моему, 52. Левая кромка у меня резаная. Пальчиком мазану сейчас кромочку, чтобы ее припосадить. Так, рисунок. Совмещаем кромку. Валик, конусной матрикс, стык проглаживаю. Смещаю опять кромочки, все стрижки, полосочки. Заглаживаю. Так, сейчас, знаете что, сперва длину отрежу. Добавлю клея сюда в угол, над, под розеткой. Так. Валик, ребята, обязательно себе его приобретите. Вот так, гладим. Ребята, розетку. Я ее насекла крест-накрест, а сейчас по железным арматуринам срезаю эти язычки. Придерживаю. Розетки у меня без напряжения, они не подключены. Так. Вот так. И берем нож 18 мм Олфа, каленый. Вот так ставим в упор вот на эту стену. И поскольку он обладает толщиной, я угол не в угол буду резать, а 2 мм уже на эту следующую стену. С этой стороны и с той стороны также я сделаю. И угол у нас будет с вами перекрыт. Каши просить он не будет.
Передвигаю сперва шпатель, за ним иду ножом. Я нанесла немножко клея. И сейчас тот кусок, который я сейчас отрезала, уже все вгоняю в угол. И пойдем, ребята, вниз. Еще сейчас будем резать с вами. Шпатель и нож. Вот так, сперва заглаживаем. Прогладили, сформировали мы с вами линию. Теперь ставим шпатель, кладем на него свой нож и идем вниз по очереди. То один, то другой. Придерживаю вот так вот. Отрезала. И пригладила бугу. Сейчас идем, ребята, с вами наверх. Так, а тут у нас где с вами шов? Вот вот. Прогладим шовчик. Пойдем наверх. Сейчас немножко вас вверх подтяну. У меня тут селфи-палка. И она позволяет нам с вами повыше встать. Так, поймала. Режу. Отрываю. Вот так. Беру теперь конусной и прокатываю стык. Сейчас возьмем с вами еще желтый тот из пены и прокатаем вот эти вот три полотна с половиной. И у нас останется с вами еще два полотна целиковых идти в угол. Так, где тут у меня, ребята? Стык-то. Так, это мы сделали. Сейчас берем с вами валик на палку номер 2. Вот у меня есть такая короткая обломанная. Валик Хеслер. Сейчас посмотрим, разлетится он у нас или нет. 24 сантиметра в районе 400 рублей в Петровиче. Гладим. Вот так. Thank you.
Ребята, что-то там уже это выскочило. Темное. Вот черное. Откуда-то уже какой-то кусок выскочил из Хеслера. На второй минуте работы. Пока вроде тут все целиковое, может, изнутри уже посыпались, заблетали. Ребята, палочка, милое дело. Ой, обойки замечательные, ребята, фоновые, симпатичные. Цвет такой, не знаете, кофе с молоком, что ли, или какао с молоком получается, такое белесое. Так, я там уже заметила кое-какой дефект, сейчас я его устраню на первом полотне сверху. Кусочек стыка вроде как не увиделся. Пойдем. Ребята, все отлично. Пишем комментарии, ставим лайки и не пропускаем. Сейчас идем в правый угол.